Бесплатная юридическая помощь в республике. Проблемы и пути их решения. Сегодня эту тему обсудили на дискуссионной площадке юристы. Сегодня бесплатная юрпомощь оказывается инвалидам, сиротам и малоимущим гражданам. Помимо адвокатов, такие полномочия переданы и в многофункциональные центры республики. К этой системе активно подключились органы исполнительной власти. Такой опыт только у Якутии среди субъектов Дальнего Востока. Отметим, что мероприятие прошло в рамках 2-го съезда юристов Якутии. И хотим понять сегодня, система государственной бесплатной юридической помощи, и не государственная, значит, состоялась. Это все на сегодня признают, но какие на сегодня есть проблемы? Проблемы есть, допустим, как адвокаты отмечают, в большем количестве предоставления документов для получения возмещения средств бюджета. Или же на сумму, говорят, значит, такая не очень достаточная для того, чтобы адвокат был мотивирован. То есть мы должны здесь тоже попытаться найти оптимальное решение. Так ведь, потому что упрощать тоже ведь нельзя. Это деньги налогоплательщиков, которые поступают в государственный бюджет республики, и они тоже должны должным образом быть контролируемы. Если адвокат, оказывая помощь, не представляет, к примеру, копии паспортов, то есть тогда как мы можем на сегодня узнать с точки зрения финансового контроля, вообще оказана это ли помощь или нет? То есть вот такие вопросы тоже возникают.